Есть деревянная линейка длиной 11 сантиметров. Вот она вот сделана, кусок дерева, длиной в точности 11 сантиметров. На ней нанесены деления 4 сантиметра. Ну, соответственно, здесь 7, да? Задача. При помощи этой линейки нарисуйте отрезок длиной 8 сантиметров и нарисуйте отрезок длиной 5 сантиметров. Это замечательно, но вопрос, как сделать, чтобы было ровно 8. Понимаете, вы можете как бы отложить, а вдруг у вас получится там 7,5 или 8,1. Понятно проблема? Да. Как отложить 8? Так там нет других делений. Там только одно деление на этой линейке. Одно деление. У нас линейка с одним делением. Вот она длиной ровно 11 сантиметров, а деление там одно. Считать еще одно точно такое же деление. Как это вы будете делать линейкой? Конечно, 8 это 4 плюс 4. Замечательно. Так, вы хотели сказать? Я хотела сказать 4 плюс 4. Хотела сказать 4 плюс 4. Как это рисовать? Можно, конечно. Если у кого-то есть решение, надо выйти и сказать. Нет, чертить ровно считает, понятно, у нас нет линейки, считайте, что она рисует ровно. Линейка. На ней есть одно деление. Приложить линейку к бумаге. Нарисовать отрезок. Сколько? Два. Какие два? 4 сантиметра. Дальше. Тут не надо переворачивать. И сдвинуть линейку, приложив ее вот сюда. И тогда будет еще 4. Все, спасибо. Разобрались. Это совсем просто. Пошли сюда. Здесь я вообще ничего не понимаю. 4 плюс 4 плюс 4 минус 7. Нужно. А как это правда или нет? Нет. 12 минус 7 это 5 или не 5? 5. А 5? А, тогда я понял. Но у нас нет второго деления. Какого второго? Смотри, рисуешь прямую. Передвигаешь. Еще рисуешь. Передвигаешь. Если мы здесь могли отложить 4 плюс 4, кто нам мешает отложить 4 плюс 4 плюс 4? Никто, правда? Отлично, отложили 3 раза по 4, а после этого переворачиваем линейку. И 7 переворачиваем, вот так, просто сразу 7 отмеряем. Ну да, и отмеряем 7. Так, мысли все поняли? Да. Так, отлично, спасибо. Поскольку это у нас как-то было очень долго, давайте контрольный вопрос. Как получить не 4, не 7, не 5, не 8, а как получить 1? 4 плюс 4 получится 8, минус 7 получится 1. Все, она уже решила. 4 плюс 4 минус 7. Конечно, откладываем 4. Вот, господа, между прочим, вот эта задача кажется легкой. Кажется, ну что такое, откладываем отрезочки. А между тем, один из самых важных для теории чисел алгоритмов – алгоритм Евклида. Когда вы будете через некоторое время изучать там, всякие наибольшие определители, там всякие такие вот теоретические основные вопросы, то, как ни странно, будете рассуждать именно об этом. То есть кажется, что это очень легко, а повторяю, один из важнейших алгоритмов, алгоритм Евклида, он основан ровно вот на такой идее.